завоевывали, естественно, чемпионство и как игрок, и теперь как тренер. Это разные эмоции, ощущения или нерв? Да нет, те же самые. Просто когда игроком, чуть поспокойнее, наверное, потому что на поле не так сильно переживаешь, видишь, как за пределом поля, за ребят. А эмоции те же самые. Трибуны сегодня были, насколько я понимаю, просто фантастические, и команда на поле просто выглядела феноменально. Трибуны весь сезон нас поддерживали фантастически, поэтому я сказать огромное спасибо болельщикам нашим, которые верили в нас до конца, да, поэтому эмоции мы не могли не победить.